конкурс. Жених, иди сюда. То есть они должны выполнить задание для того, чтобы вы отдали невесту, да? Да. Хорошо, друзья. Конкурс, в общем, уже придуман. Итак, нам нужен один бокал. Какой мы можем бокал эксплуатировать? Да, какая разница. Итак, ваша задача. Снова бокал? Да. Зажать его между ног. Вот так вот. В общем, сделать так, чтобы он был, ну вот, как можно больше вот так вот. В вертикальном положении. Что делает? Ну какая разница? Давай попросим, чтобы он был не липкий. Дайте нам не липкий бокал. Ты смотри, дружок, какой переборщик. Капец, он просто липкий, чистюля. Ты мыло там нет, не находил в этом сундуке. Так, задача жениха. Зажать бутылочку, такую вот красивую какую-то взять. Так, чтобы так было, чтобы насолить, Потому что дружка ж не отдаст. Вино, да? Хорошо. Зажать между ног. Не, можно воду. Вот, о, так без проблем. Только себе хуже сделал. Ты сейчас хуже только себе сделал. Я ему на штаны налью. Открывай. Открывай. Итак, твоя задача зажать бутылку между ног. Дойти до дружка, налить туда, ну а потом выпить. Без рук. Без рук. Как кто? Он же выбрал водку. Так, ручки за спину. Как это не зажимается? Что, коленки узенькие, тяжелые? Так, вы понимаете, что если вы разобьете бокал, вы оплачиваете? Ну, смотрите. Это все не важно. Это все не важно. Итак, еще раз повторяю, задача жениха. На расстоянии, жена думала, так легко и просто. Не, мы можем вот так развернуться, чтобы вас видели все прекрасно. Поворачивайся сюда. Куда? Вот сюда вставай. Давай. Так. Итак, жених доходит с бутылкой, наливает сюда водку. Наливает. А потом это без рук. И пытается оттуда выпить. Если у него это получается, он не прольет ни одной капли дорогущего напитка, который помогает нам веселиться. Диана, вы отдаете, да, невесту? Если не получается, что ж, будем думать, что еще вам придумать. Друзья, вы готовы? Под ваши аплодисменты, поехали! Не разлить! Или нет? Достаточно. Хорошо. Забирай бутылку. Хорошо. Что ты хочешь? Теперь без рук. Нет, ты можешь уже привстать. А вот туда просто так не нагнется, наверное. Вот, вот теперь пытаться надо не разбить. Ты это должен без рук попытаться выпить. Ну, думай, думай. Ну, я не знаю. Попробуй. А он выпил без рук. Повтори. Он без рук. Так, дружка. Нет? Я получу без рук. Была? Так, без рук. Жених должен без рук самостоятельно. Отпускаем? Ну все, друзья, поаплодируем невесту. Выходим сюда к вам. Воссоединение. Молодец. Справился на ура. Горько, друзья, горько. Они нашлись.